Всем привет, дорогие друзья! Скорость сжигания касаемо шибы растет прямо сейчас. Да, монет переводится все больше, больше и больше, так как хомяки залетают на хаях, и, разумеется, это все отражается на эмиссии. Эмиссии касаемо шибы становится меньше. И сегодня я вам расскажу, почему шиба запросто сможет достичь 1 цента. Ну а перед началом данного видеоролика не забывайте поддерживать его лайком, так как это очень сильно мотивирует на запись последующих видео. И давайте сразу переходить к делу. Дорогие друзья, на медвежке мы набирали. И говорили о том, что хайп будет порождать хайп. Да, когда у людей жадность, их не остановить. И когда хомяки видят рост, у них просыпается желание купить. Касаемо шибы складывается такая ситуация. Касаемо соланы тоже. Ну и тон тоже не обошло это стороной. Как только начинается рост, появляется интерес. Да, здравые люди набирали заранее. Шибу мы набирали здесь, в накоплении, на медвежьем рынке. Солану мы набирали по 13 баксов. Тон тоже покупали до пампа. И видео, в которых мы набирали, есть на канале. Поздравляю всех тех, кто купил вместе со мной. К сожалению, люди не готовы работать. Что такое отсроченный результат, они не понимают. Люди хотят здесь и сейчас. Люди хотят со 100 баксов стать миллионерами. И рынок обожжет всех халявщиков. Я в этом даже не сомневаюсь. Если люди хотят покупать на хаях, то пусть набирают. Я не буду говорить о том, что покупать поздно. Это и так понятно нам. Мы постепенно прибыль фиксируем. Набирали мы заблаговременно. И сейчас пожинаем плоды. В принципе, касаемо шибы, есть также и долгосрочные цели. Да, я сейчас про 1 цент. Это реальная цель. И сюда мы придем рано или поздно. Дождутся не все. И если честно, я сам буду закрываться раньше. Но все же, данные цели являются ключевыми. Если шиба подойдет к 1 центу, то это еще больше хайпа разгонит. Хомяки будут бездумно залетать. И это все приведет к еще большему интересу. Как я сказал в начале видео, хайп порождает хайп. Импульс задают манипуляторы. Да, манипуляторы бьют по значимым уровням, пробивая значимые отметки. Затем рост поддерживают люди, которые не разбираются. Здесь покупают хомяки, которые не покупали заранее. Скорее всего, люди здесь даже не знали, что такое шиба. Имею в виду я данный временной диапазон. Скорее всего, люди занимались другими делами, и они вообще не знали, что такое криптовалюта. Конечно, здесь никто не говорил о шибе. Здесь никто не говорил о биткоине. Потому что хайпа не было. Киты забирали всю эмиссию себе. Людей специально удерживали в страхе. И забирали монеты. Именно здесь мы тоже и покупали. И касаемо наших покупок есть прошлые видео. За эти даты. Ежедневно я говорил. Я набираю. В принципе, все желающие купили вместе со мной. В этом не было никакой проблемы. Все, что нужно было, это просто проанализировать кошельки китов. Посмотреть на то, что делают они. И, кстати, киты здесь набирали. Мы не просто так покупали. Мы просто повторяли действия за китами. Кстати, за день до пампа шибы мы разбирали китовый кошелек, который купил шибу на огромную сумму. И сразу после этого начался памп, и данный кит приумножил свои вложения. Цель данного видео – не загнать вас на хаях. Цель данного видео – пробудить в вас здравый смысл. Набирать необходимо до пампа. И сейчас я тоже занимаюсь этим, покупая другие проекты, которые находятся примерно где-то здесь. Да, как набирал я до пампа, так набираю и сейчас. Я прекрасно понимаю, что сейчас приходят новички, которые не понимают, что нужно делать. Я прекрасно понимаю, что 95% людей на рынке потеряют. Поэтому здравых людей я приглашаю в закрытое комьюнити. Как только я что-то набираю, я сразу отписываю здесь. И если вы хотите набирать вместе со мной, то присоединяйтесь. Проходите 4 закрытых курса. Получайте все рабочие инструменты и двигайтесь
вместе со мной и с моей командой. На данном этапе доступ в наше комьюнити оплачивается только один раз. Если вы хотите присоединиться дешевле, чем остальные, то используйте текущую скидку, которая действует прямо сейчас. Касаемо Шибы, данная монета уже улетела. Покупать сейчас Шибу, к сожалению, уже поздно. К сожалению для хомяков, которые так хотели купить на хаях. Да, цели колоссальные. Да, в будущем данная монета сможет стоить более 1 цента. Но все же я предпочитаю покупать на днище. В правильной фазе рынка я предпочитаю набирать до пампа. И всем всегда рекомендую делать то же самое. Впереди у нас альткоин сезон. Подготовиться можно прямо сейчас, набрав правильные монеты. Что делать вам, решать вам. Я набираю. Набираю до пампа. И в будущем я буду делиться и дальше своими результатами. Но учтите, набирать будет уже поздно. Работать необходимо прямо сейчас. Не завтра и не послезавтра. Прямо сейчас. На данном этапе есть новые монеты, которые можно приобрести и на альтсезоне снять сливки. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал. Если не подписаны, ставьте лайк. Если не поставили, желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья!